Ну и сегодня сделал примерно такой вот макет. Пока это просто камни друг на друге стоят, ничем не зафиксированная ракушка. Значит, здесь 1,20 м на 1,10 м. В общем, есть где разогнаться для того, чтобы сконструировать, поставить какую-нибудь там композицию, разложить, посмотреть, нравится тебе это, не нравится, подобрать какой-то другой камень. Здесь внизу тоже будут камни. Вообще, как бы я планирую это все место выделить под камни. То есть здесь будут разные наборы из камней. И вот, скорее всего, что я зашью под стиль этих стенок. Скорее всего, что эту ракушку ободранную я тоже зашью. У меня есть еще вот такие вот остаточки. Такой вот плашки. В общем, есть чем зашить. ОСБ плита потом заменится на доски. Это я просто приложил, чтобы понимать размер. То есть это пока только макет черновой. Вот. Соответственно, здесь еще будут дорощенные бортики для того, чтобы грунт не высыпался. Здесь где-то около 50-60 килограмм грунта будет. То есть доски должны быть достаточно прочные, потому что здесь суммарно можно будет наложить около 100-150 килограмм. ОСБ плита такого веса не выдержит, поэтому будут доски, скорее всего, а потом на них ОСБ плита. В общем, как-то это мы все обыграем так, чтобы было красиво. Соответственно, здесь тоже будет свет регулируемый для того, чтобы можно было смотреть его, подсвечивать с разных сторон, чтобы по-разному падала тень. Ну, пока вот так. На сегодня у нас планируется фронт работы. Это покраска бетона. Для этого взял литр снежки. Нет, какой-то просто оптима какая-то. Снежка сильно дорогая, мажорно для покраски бетона она не нужна. Взял вот такой вот пигмент Color Mix желтого цвета. Соответственно, чем жиже, в общем, надо потихонечку его вносить будет и смотреть, чтобы получился примерно вот такой вот песчаный цвет. Брусья. Сегодня буду делать короб вот сюда. Почему я решил, собственно, делать из натурального дерева? Ну, во-первых, как бы натуральное дерево — это все-таки немножко стильно, это более статусная вещь, натуральное дерево, особенно если оно обработано. Я сюда хотел заказать изначально стеклопакет, металлопластиковую дверь глухую, мне посчитали 7300 гривен, это 1,25 м на 2,15 м. В общем, цена какая-то просто безумная, поэтому я поехал, купил лес, подготовлю доски, сколочу, сделаю из них натуральную дверь, потом тоже вскрою каким-нибудь тонером интересным. Собственно, сейчас покраска, сейчас уже начинаю застилать здесь все, покраска, а потом буду взбивать короб под дверь. Насколько хороший этот пигмент и насколько концентрированный, мы сейчас проверим. У меня вот тут есть остаточки краски, вот такой вот самодельный миксер для краски я сделал. Сейчас мы ее немножко освежим. Внесу немножко пигмента, посмотрим, насколько много его нужно будет для того, чтобы подобрать правильный оттенок. Ну, такой, не совсем он, конечно, подходит по цвету, потому что здесь гораздо темнее. Для того, чтобы его затемнить, сюда бы, конечно, желательно было бы добавить коричневого тонера пигмента, но я не хочу сильно темный, поэтому сейчас попробуем нанесем на стеночку. Посмотрим, как ляжет первый слой. Ну, всякое оно будет светлее, чем депрессивный серый цвет. У нас и так полстраны закрашено серым цветом, потому что такое, да, наследие нам осталось от Советского Союза. Все было в серых, унылых тонах. Закончил я с первым слоем. Сказать, что я очень доволен, я не очень доволен. Пока не нравится мне, как ложится эта краска, не нравится мне сам цвет. Но я делаю скидку на то, что это первый слой, и по бетону, я думаю, что вторым слоем она ляжет как-то более густо и будет смотреться насыщенней. И оттенок, и добавлю, наверное, все-таки тонера побольше.
Второй слой закончен. Честно говоря, я расстроился в этих пигментах. Color Mix. Раньше пользовался Colorex'ами. Они намного более концентрированные. Вот. А тут целой баночки даже не хватило, ну, по факту, на литр краски, чтобы вот получить какой-то более-менее адекватный оттенок. Вот. Поэтому сейчас, пока оно подсыхает, у меня вот есть принудительная вытяжка. И она мне тоже не нравится. Скорее всего, что остатками краски я сейчас ее закрашу, закатаю хотя бы одним-двумя слоями. Ну, в общем, насколько останется краски, столько закатаю. Тоже таким же цветом. Закатал первым слоем вытяжку принудительную. Она идет у меня на несколько помещений. Фактически она идет через все помещение. Вот, если вы можете видеть. Она идет сюда, а потом она еще идет вот туда. Но об этом попозже.